Друзья, всем огромный привет! Сегодня у меня для вас обзор из магазина низких цен «Светофор», который находится по адресу город Ульяновск, проспект Антона, 18. Посмотрим новинки и ассортимент в этом магазине. Всем приятного просмотра! Напоминаю, что в продаже есть рассадник. В рассаднике один ящик и 12 стаканчиков с поддоном объемом 250 мл. В составе идет полипропилен, изготовитель город Ижевск. Здесь их в наличии огромное количество, цена 130. Еще одна новиночка – это светодиодная лента с блоком питания для уличной подсветки. Длина ее 5 метров, светит теплым белым светом, 14 Вт. Ее мощность, работает от сети, цена 966 рублей. Это готовый к применению набор, 650 люмен у нее световой поток и цветовая температура 5050 кельвинов. И снова очень классная новинка для нас – это щипцы для завивки волос с максимальным нагревом 180 градусов. Вращаются в обе стороны, у щипцов керамическое покрытие, диаметр 30 мм, длина шнура 1,5 метра, мощность 35 Вт. В комплекте вместе с щипцами идут аксессуары для укладки волос, здесь две заколки и расческа. И что очень удобно, производитель Китай, стоимость щипцов 998 рублей. И следующая новиночка – это патрон с датчиком движения, он стоит 306 рублей, дальность до 6 метров, мощность 60 Вт, цоколь Е27. Так, и еще информация, угол охвата 360 градусов, высота установки от 2 до 3,5 метра, регулируемое время включения от 10 секунд до 5 минут, размер 54 на 113 мм. Производитель Китай. Снова завезли вот такие полотенчики для рук. Я такие покупала, мне очень понравилось. Впитывают влагу прям прекрасно. Они изготовлены из 100% хлопка, размер 30 на 60, цена 50 рублей. И есть еще вот такой вариант, тоже такого же размера. Яркие, пестрые полотенчики. Написано, что в составе тоже 100% хлопок, но как-то они не очень хорошего качества. Называется «Фиеста», размер 30 на 60, изготовитель Республика Узбекистан. Такие яркие полотенчики, пестротканные. Не знаю, я бы такие не покупала. Стоят они здесь тоже 50 рублей. В продаже есть натяжные на матрасники, на резинке. 100% водонепроницаемые, дышащие, из 100% хлопка. Размер на матрасника 160 на 200, высота борта 25 сантиметров. Ткань кулирка и микрофибра в составе хлопок, производитель Чебоксары. Все на матрасники белого цвета, цена 889. Также в продаже есть пледы акриловые, они продаются в чемодане. В наличии здесь две расцветки. Покажу поближе, как они выглядят. Это расцветка такая с цветами, зеленого цвета. И есть второй вариант, как зебра. Цвет серый-черный. Этот плед полутораспальный, размер 150 на 200 сантиметров, в составе 100% акрил, цена 1099. И в ассортименте по цвету здесь в огромном количестве есть постельное белье. Комплекты есть как полутораспальный, так и двухспальный. Они называются «Гармония», изготовленные из 100% хлопка. В полутораспальный комплект входит простыня размером 150 на 215, пододеяльник 147 на 215 и две наволочки размером 70 на 70. Ткань «Перкаль», производитель Ивановская область, изготавливает индивидуальный предприниматель. Цена 936 рублей. Также есть комплекты двухспальные. В комплект входит простыня размером 180 на 220, пододеяльник 175 на 215 и две наволочки также размером 70 на 70. Комплект очень красивый, цена 1100 рублей. В этом магазине в продаже есть подушки из искусственного лебяжьего пуха. Ткань верха поликатон, подушки есть размером 70 на 70 по 269 рублей и 50 на 70 по 228 рублей. Также в продаже есть одеяло, бамбук, шерсть, вес 200 грамм, полутораспальный, производитель Россия, цена 350 рублей. И покажу вам, как выглядит это одеяло. Ну, такое, знаете, очень легкое, тоненькое. Скорее всего, как на лето. И одеяло двухспальное здесь стоит 407 рублей. Вес 1000 грамм. В ассортименте по цвету здесь есть одеяло лебяжий пух. Одеяло двухспальное весом 1200 грамм. Ткань верха сатин, жаккард, цена 696. Одеяло лебяжий пух есть также и полутораспальное. Вес у них 1000 грамм. Производитель Россия, цена 579 рублей. И есть еще в наличии одеяло, которое называется «Белый лебедь». Смотрите, какие пушистые. Одеяло полутораспальное, весом 1000 грамм, стоит 579 рублей.
В большом ассортименте есть матрасы Холкон. Они размером 80 на 200 на 5 сантиметров. Производятся они в России. У этих матрасов на матрасник съемный из микрофибры. Стоимость 1039 рублей. Также есть сидушки на стул с наполнителем, с завязками. Здесь они в ассортименте. Размер подушки 40 на 40 сантиметров. Производитель Россия. Есть разные по цвету. Цена 159 рублей. В ассортименте по цвету есть вот такие САБУ, крокосы из ЭВА, размера с 36 по 45, цвета в ассортименте. Изготавливаются они в России, Ставропольский край, город Кисловодск. Цена 199 рублей. Галоши утепленные из ЭВА, в наличии в ассортименте по цвету, размеры с 37 по 46, производитель России, цена 169 рублей. Из товаров для дачи огорода есть опрыскиватель с помпой объемом 3 литра. В составе идет пластик и латунь. Производитель Россия, город Самара. Крышечки зеленого цвета, цена 217,50. И есть универсальные ящики для рассады черного цвета. Изготовлены они из полипропилена. Ящики хорошего, кстати, качества, они не лопаются. Российского производства, делаются они в Республике Татарстан. Объем 10 литров. Этого ящика побольше, чем в маяке. Цена 59 рублей. Корзины Style, перфорированные, с ручками. Объем 10,5 литров. В наличии есть два цвета, розовые и салатовые. Производитель Россия. Цена 98,50. Также в продаже есть наборы мисок с крышками. В наборе три миски объемом 1 200 литров, 2 100 и 3 200. В составе полипропилен. Есть отметка о том, что подходит для пищевых продуктов. Производитель Россия. В наличии есть два цвета, очень нежная расцветка. Стоимость 177 рублей. Также есть наборы корзин. В наборе 4 предмета. Одна большая корзина, две маленьких корзины и органайзер, разделенный на 4 отделения. Изготовлены также из пластика. Цвет только такой. Цена 200 рублей за набор. А это наборы лотков для кухни. В наборе два лотка разного размера, они с ручками, производство Россия, цена 108 рублей. В этом магазине в наличии есть два варианта гладильных досок Ника. Есть вариант с электрическим соединителем и с европодставкой под утюг. А этот вариант идет в комплекте с подрукавником и с выдвижной подставкой под утюг. Стоимость 818 рублей 50 копеек. И это стоит столько же. Производитель России, город Ижевск, в наличии расцветка в ассортименте. Многие пишут хорошие отзывы о рулонной шторе день-ночь. Штора размером 60 на 160 сантиметров. Шторы очень красивые. Так, посмотрим русскую информацию. Светонепроницаемость 45%, способ крепления на стену, на потолок, на глухую створку окна, в оконный проем, без сверления, на поворот, на откидную створку окна. В комплектации рулонная штора в сборе, цепочный механизм, комплект кронштейнов и инструкция по монтажу и эксплуатации. В составе 100% полиэстер и производитель, конечно же, Китай. Здесь не требуется сверление, цепочка 90 см, в наличии здесь несколько расцветок. Посмотрим, какие есть. Белые. Так, вообще были разные цветы, но остались вот коричневые, белые и зеленые. Цена 557 рублей. В магазине «Светофор» в продаже есть наборы ковриков для ванной комнаты. Основа войлок, изготовленная из полипропилена. В наборе два коврика размером 50 на 50 и 50 на 80. В наличии здесь две расцветки, покажу вам поближе. Изготовитель «Санкт-Петербург», цена 260. В продаже есть напольная вешалка на колесиках. Размер ее 80 на 42 и высота регулируется с 92 до 160 сантиметров. Цена 507,50. Также есть ведра для мусора. Они с плавающей крышкой, объем 14 литров. В наличии они только серого цвета, производитель Россия, цена 275. А это наборы пластиковых корзин. В наличии два цвета. В наборе три корзины с крышками и с ручками разного размера. Цена 321 рубль. В продаже есть табуреты на металлокаркасе с сиденьем из эко-кожи. Высота 44 см, диаметр 30 см и нагрузка до 100 кг. Цена 324 рубля. Также в продаже есть кухонные стулья, тоже на металлокаркасе с сиденьем из эко-кожи. Стул называется «Стандарт». Высота стула 94 см, диаметр 35 см и нагрузка до 150 кг. Производитель Россия и стоимость 750 рублей.
В продаже есть кашпо для цветов. В наличии две расцветки, белые и коричневые. Они продаются с поддоном. Объем 12 литров. Цена 99,50. Производитель Россия. Профилактическая зубная паста Extra Dent с экстрактом алоэ. Удаляет зубной налет, защищает от кариеса и освежает дыхание. 170 грамм здесь масса. Цена 30 рублей. Также в продаже есть зубная паста Colgate с фторидом и кальцием. Она укрепляет зубы и дарит свежесть дыхания. 192 грамма, производитель Китай и стоимость 54 рубля. От торговой марки Sendo здесь есть воск-спрей для укладки волос. Он с кондиционирующим эффектом, 250 мл, жидкость прозрачная, флакончик с распылителем, цена 77,50. А это универсальные вискозные салфетки для уборки. Подходит как для влажной, так и для сухой уборки. Превосходно впитывает влагу, не оставляет разводов и ворсинок. Размер салфетки 25 на 30 см. В упаковке их 45 штук. Здесь в наличии два цвета есть, голубые и розовые, цена 71 рубль. Краска фасадная, белоснежная, акриловая для наружных и внутренних работ. Масса 14 кг, в ведре хватает ее на 112 квадратных метров. Расход краски. Производитель Россия. Также она подходит для колеровки, это написано на упаковке, цена 607 рублей. Снова завезли антинакипин для стиральных машин. Предотвращает образование накипи и солевых отложений, а также способствует смягчению воды. Эффективно и безвредно для машины. 750 грамм, цена 43,70. На сегодня это все. Если вам понравилось видео, пожалуйста, оцените его лайком. Обязательно пишите комментарии. Увидимся мы с вами очень скоро. Всем пока-пока!